23 ноября Казанский федеральный университет встречает делегацию из университета Канадзавы. Университет Канадзавы – старейший японский партнер КФУ. Первое соглашение об учебном, научном и культурном сотрудничестве было подписано еще в 1998 году и с тех пор неоднократно продлевалось. Цели встречи – обсуждение дальнейшего развития отношений между университетами. Напомним, что уже к 2019 году обмен студентами должен существенно увеличиться. 100 студентов из Японии будут учиться в Казанском университете. В свою очередь, университет Канадзавы будет принимать у себя 70 казанских студентов. Кроме этого, в декабре запланированы визиты двух делегаций из японского университета. На предстоящих встречах обсудят стратегии реализации программы обмена студентами. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз.